Мы выступили с инициативой такой провести именно рейтинг управляющей компании как с позиции именно общественности. То есть именно как орган, как некоммерческая организация мы будем проводить такую работу. Во-первых, мы пока запускаем пилотный проект, то есть мы возьмем определенную управляющую компанию, а в Республике Татарстан их порядка 400 на сегодняшний день. Мы посмотрим по тем критериям, про которые я далее расскажу, как будет вообще в целом реализовываться данное направление. То есть мы посмотрим, как можно рейтинговать одну из управляющих компаний. А уже с 1 января 2019 года мы, вообще в целом с января, мы запустим уже полноценно для всех управляющих компаний и организаций, также и ТСЖ в целом. В рейтинге должны будут принимать участие управляющие организации, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными домами на основании, во-первых, лицензии, которые как раз имеют место и управляют именно те компании, которые сегодня имеют управление многоквартирными домами. Также основными критериями в отбор будет обращение граждан в информационную систему «Народный контроль», которая курирует уполномоченный по правам человека, Государственная жилищная инспекция Республики Татарстан, Министерство строительства и архитектуры ЖКХ Республики Татарстан, СРО, саморегулируемая организация по управлению многоквартирными домами, уполномоченные структуры в области муниципального жилищного контроля, органов местного самоуправления и, конечно, обращение в некоммерческое партнерство, которое вот как раз мы, в котором мы и работаем. Это именно с части того, с обращения граждан и оказания помощи населению. Нами разработан нормативный акт, это положение об организации проведения рейтинга. Также определена комиссия, как раз туда входят все структуры, которые я назвал, которые уполномочены и именно подведомственные, не подведомственные, а профильные, которые связаны именно с системой жилищно-коммунального хозяйства. Это как раз руководитель, должностные лица Министерства ведомств Республики Татарстан и специалисты саморегулируемых организаций. То есть это с части рейтинга. Основная цель создания рейтинга управляющих компаний – создание источника информации для потребителей об управляющих организациях в сфере жилищно-коммунальных услуг и услуг по управлению многоквартирными домами. То есть мы, как общественный контроль, посмотрим, как реально, какая картина по управлению многоквартирными домами, и что позволит данный рейтинг – это стимулировать управляющие организации к ведению своей деятельности добросовестно, качественно и в рамках требований действующего законодательства. Ведь если управляющие компании сегодня должны иметь лицензию на управление многоквартирными домами, и серьезные изменения в жилищном кодексе сегодня выдают большой ряд серьезных лицензионных требований, по которым можно лишить лицензию на именно по управлению домами, то здесь как бы рейтинг, он позволит подкрепить именно работу такую, как и взаимодействие с населением, и качество оказания услуг, которые сегодня есть. Также распространение положительного опыта и повышение комфорта проживания собственников. Кроме того, мы готовы принять участие, чтобы приняли участие не только управляющие компании, а товарищ собственников жилья и жилищно-строительного кооператива. То есть это тоже и сегодня имеет место, качество работы товарищ собственников жилья. Потому что если управляющая компания сегодня имеет лицензию на управление домами, то к товарищу собственников жилья таких серьезных требований нет, и это не очень хорошо, потому что часть жалоб сегодня также возникает в ТСЖ, как, один дом, один председатель, и некомпетентность управления товарищ собственников жилья тоже сегодня возникает, такие проблемы, недопонимания в части работы с жителями. Татаринформ. 27 лет мы делаем новости. На русском и татарском языках. На любых мобильных устройствах. Новости, события, подробности.